документы на оформление пенсии. А вчера целый день праздновала день рождения. Так как семья у меня маленькая, дома мне было неинтересно праздновать. И семья моя живет не со мной, все в разных местах. Поэтому я вчера ездила, принимала поздравления в разные места от своих подруг, друзей. Немножко записала, чтобы с дочерью поделиться, с вами поделюсь. Сейчас все вам покажу. Мы пригласили вас поздравить с днем рождения. Мне нравится. Спасибо. Спасибо, девочки. Спасибо. Чтобы у вас сегодня больше сбывались. Любви вам, счастья и долголетия. Спасибо. Благодарных клиентов, чтобы все равно надо что-то достать, чтобы она не стала. Конечно, готовились, видите. Мы тут, сейчас водитель приедет. Так вы сейчас это, уезжаете? Да, в ресторан, потом девочки мне дарят, да. Потом еду девочкам на отдел, еще, короче, целый день буду. В общем, хорошо вам праздновать, хорошо, да. Настоящий день рождения. Да, она что-то облысела, лечимся опять. Малейшая шу сразу улетит. Радуется. Ну вот, я получила первые поздравления свои. Сейчас будет следующий букет, буквально на подходе. Жду. И потом уезжаю. Все поздравления для него. Здрасте. Да, спасибо. Мне надо будет занести домой. То, что я потом с ресторана еще поеду. Ой, ну я так и знала. Держи, я сфотографирую. А ну переверни его. О, спасибо. Сфотографируешь меня с ним? Сейчас мы будем день рождения отмечать мою красоте. Вообще, мне так смешно, понимаешь, я говорю, Флёра. А ты не рассказывала там? А я не говорю, это худчик, это просто. Я говорю, ну ты уже Ваня отследила, но мне ничего не нравится, этот. Коллекция? Это H&M? Коллаборация. Есть там какой-то модный дизайнер, короче, мы совместно сделали. Ясно, здрасте. Да. Адрес уже. На кресло? Что еще минит, тем более, слышишь? Хорошо. Сегодня сладкий день. Мы себе сделали наборы, чтобы попробовать разные. Спасибо всем за просмотр. Пойду сейчас еще приму поздравления от своей подружки по соседству. Покушаем с ней всякие вкусняшки. Всем спасибо, всем спокойной ночи. Похвасталась с вами своей прогулкой, своими цветочками. Подарочки показывать не буду, потому что подарочки все в конвертике. Всем пока, подписывайтесь, заходите ко мне в гости, пишите комментарии, делитесь своими работами у меня в группе. Всех люблю, целую, обнимаю. А у тебя? Давай. Не, салатики. А, салатики. Два салатика полезных. Без мяса сегодня мы. У нас здоровая пища. Мы без зелени, без изысков, без водки, без селедки. Это вообще... Бочка была большая, но конфеточек мало. Зато вкусненькие. Сейчас сразу съедимся.